Все, берем. Пойдем поговорим. Это не так, Джон. Да, давайте, покурим? Да. А что покурим? Здорово, стой, сядь. Здорово. Чё курим? Чё это такое? Чё это такое? Открой. Спайс. Спайс? А где ты берёшь его? Я его не беру, мне, короче, дали. Давай. Кто тебе дал? Ну, дожди, стой, куда вы? А если сейчас вызовем сотрудников полиции? А? Зачем? Зачем? Ну, ты употребляешь наркотическое средство, запрещенное гражданскому обороту. Ну, вчера меня вот взяли, и что? А ты продаешь сам? Нет. А у тебя при себе есть? Нет. Предметы, запрещенные гражданскому обороту? Ну, покажи, пожалуйста, сам, что у тебя при себе. У меня ничего нет. Ну, покажи, где пакет спайса, который ты только что доставал из него. Нет, выбросил. Где? Ну, да найди его. Выбросил. Найди его. Выбросил. Ты что, глупый, что ли? Выбросил. Куда ты, блядь, выбросил? Сестра выбросила, не я выбросил. Вот, видишь. Не. Вот это оно, не? Не. Это легальное. Какая легальная, блядь? Вот, видишь, вот. Да подожди ты, стой. Что, нашел ты его? А? Нашел ты его. Ну а где пакет? Пакет у меня при себе нету. Ну выверни карманы все. Нету, говорю. А ты кто? Я? Покажи мне это. Окупай наркофиляй. Покажи мне, что тебе. А что тебе показывать? Какой-нибудь этот... ну, билет там, что-нибудь такое. Блять, у меня кулак мой билет, ёпт. Ну, какой? Активисты? Активисты, общественное движение. Ну, это вот, это твое право, а это мое право. Какое твое право? Каждый человек... Сидеть, курить спайс на детской площадке, блять, я не это курю, нормально. Вот, видишь, ну, видишь? Потому что я тебя остановил, ты уже забил трубку, ёпт. Ну, я вам говорю, покуримте. Если бы ты мне еще сказал бы, дал бы мне трубку, чувак, я бы тебе в жопу запихнул бы, блядь. Ну я же не дал тебе, я вам просто предложил, ребят. Че? Каждый человек имеет свое право, да, вот скажи. Мы же живем где? Я у себя в стране, а ты не знаешь. Я тоже у себя в стране. Ты у себя в стране? Да. А ты кто по национальности? Осетин. Ну вот ты россиянин осетин, понимаешь, а я русский. Осетин. На Кавказе одна республика. Ладно, которая... давай не будем здесь разжигать национальную рознь. Не, я сейчас по поводу разжигаю. Спайса. Стой, все, закрыли тему. Я где стой? Христианин. Где ты? Я не, ты ничего не я к этому вообще, мне пофигу, кто ты, хоть там ты мусульманин. Я а где мусульманин. Ты берешь? Мне говорю, дали. Кто тебе дал? Мой друг. А? На какой бутылочке? А, там? Да, да. Да, мне дали там. А почем вообще пакетики? Да вот тебе вот ребенок говорит. Я же говорю, это легальное все. Хуелегальное, вот блядь. Смотри, вот там мусора катаются, да? Мусора. Ну. И что? Останавливаются, там люди стоят, берут. Мусора, ну это мусора, мусора, понимаешь, а это мы. Все, давай, вали нахуй отсюда. Дай сюда. Дай сюда. Нет, это я... Ты что говорю, блядь? Это мое говорю. Это мое право. Держи. Ты хочешь выпить? Да, давай. Нет, ну давай я сам вылью. Че, ну что? Отпустил, блядь. Это говорю. Ну давай вот это выльем, а это этот. Ну трубку мне дашь. Нет, че тупой, что ли, блядь? Ну я же сказал, давай я сам вылью. Все. Ну давай. Свободен, я... блядь. Трубку мне дай. Эту трубку я купил, говорю. Да ебаный в рот, че ты, блядь, ее купил? Значит, продал, все, потерял. Все, потерял. Вон, смотри. Давай, давай, иди. Давай, иди. Трубку, иди, блядь, искал. Давай трубку. Я сейчас мусоров тогда зову. Да ты что, не в тюрьме? Давай, зови мусоров. Зови. Да че ты улыбаешься? Ну че а ты? Вы же сказали, что позовем. Вы позовите. Все, ты добровольно отдал. Так что все. Свободен. Ну так нельзя делать, смотрите. А, блядь, так как ты еще нельзя делать, блядь, это тоже нельзя.